Два человека погибли за минувшие сутки в ДТП на дорогах области. Накануне вечером в Старорусском районе водитель мопеда врезался в стоящую на обочине фуру «Скания». Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще одна авария со смертельным исходом произошла сегодня утром. Около 7 часов на трассе М-10 в Новгородском районе 47-летний водитель «Рено Логан» с номерами Смоленской области врезался в трактор марки «Белорус». Как сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции, от полученных травм водитель «Рено» скончался на месте аварии. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении легковушки, доставлена в Новгородскую областную клиническую больницу. Еще один пассажир «Рено» не пострадал. Также не получил повреждений водитель трактора.